Сохранил для своей команды. Дрос, опасно. Главное сейчас ноги не выставлять было. Умаров догонит этот мяч или нет. Шахбоз догоняет. Против него ловец. Тыманюк подключается сюда же. Умаров вошел в штрафную. Пробил прямо по центру. Добивание. Хороший блок. И еще один момент. И Яблонский делает счет 1-1. Хороший гол. Забивает Батэ. Ну, индивидуальные ошибки там в центре произошли у Славии. И хороший удар от Умарова. Добивание Громыка заблокировал Бугулов. Но уже с третьим добиванием Яблонского не смог справиться Михаил Барановский. И возникает тут же вопрос к защите Славии. Почему